Всем привет! Мебель с тайниками известна давно. Во времена дворцовых переворотов в них надежно прятали тайные письма, договоры, планы свержения власти. В домах именитых чиновников обязательно были шкафы, столы и тайные ниши и ящички в мебели, где хранились важные документы, деньги, драгоценности. Каждое время диктует свои стили, в том числе и в мебельном дизайне. Несмотря на то, что времена меняются, тайники в мебели для некоторых людей остаются достаточно актуальными. Использование секретов имеет множество преимуществ, среди которых исключение доступа посторонних лиц к содержимому тайника, возможность обустройства в различных предметах мебели и их элементах, при изготовлении своими руками, оригинальность конструкции, исключающая доступ к тайнику других людей. Самостоятельное изготовление, обеспечивающее конструкционную эксклюзивность. Мы предлагаем вашему вниманию подборку необычной мебели. В подборке есть варианты, которые вполне могут подойти для нашего дома. Если вы хотите сделать свой дом неповторимым, возможно, этот выбор для вас. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Не забудьте написать комментарий, если вам понравилось. Приятного просмотра и вдохновения! Thank you.